Итак, вам, наверное, интересно, что же такое адаптивный дизайн? Сегодня в мире интернет – самое распространенное средство массовой информации. И больше всего для выхода в интернет используются стационарные компьютеры. Так? Но подождите, а как же мобильные устройства? Планшеты, смартфоны? Объем мобильного трафика растет с каждым днем. Это значит, что если вы не хотите терять потенциальных клиентов, вам нужен современный сайт, оптимизированный для мобильных устройств. Потому что проблема многих существующих сайтов в том, что на мобильном устройстве пользоваться им невозможно. А вот это как раз задача адаптивного дизайна. Адаптивный сайт адаптируется к размеру экрана любого мобильного устройства. Поэтому вместо создания разных сайтов для разных устройств, ваш адаптивный сайт сам упорядочит свои элементы, чтобы уместиться в любой экран. А вы получите больше счастливых посетителей, что неизбежно приведет к росту числа счастливых покупателей. Заинтересовались адаптивным дизайном? Хотите адаптивный сайт?